Топор брал и так тут положил. Это новый какой-то топор. Ну, скорее всего, я мог положить. Я все топоры убирал туда. Его вот. Брали или не брали, не знаю. Не могу знать. Человек там повредился. И крепко. Это называется техника безопасности. Я тоже беру иногда, но я вот отсюда, вот в этом месте отсюда засунешь, даже ручки не видать. Ну вот и что это обошлось. Тем более, матрас ей никто не повелевал, мы его не трогаем. Вторая причина. Третья, когда начинает работать, говорю, обуйтесь, не обуши. Вы делаете все по-своему, по-своему результат. Что непонятно-то? Так, идите, чтобы поговорили. Приготовьте никуда, вот крайняя полоса, сюда все, все, мусор уберите, оно пойдет обратно. Ольга, а кто поставил задачу убирать там это все? Ну, это безводит половина такой. Вот эту красную кто вытряхивает? Это она сама решила? Она сама нет, попросилась, нет. Говорит, можно здесь я порядок наведу? Но а, у тебя попросилась? Да, да, да. Ну, попросилась. А, ну пора. То есть она сама инициатива появилась. Угу. Подошла и спросила меня. Можно где-то убрать? Ну, води. Ну, а можно я положим в это вытащить? Это, начали спрашивать, для новых крещеных тут взяли эту флажку. Так, слушай внимательно. Ей вставать нельзя. Зачем ты сначала матрас вытаскивать? Вот даже у меня в мозгах тропинки нет, потому что матрас, или там вот даже не матрас лежит, а его потащат с дивана. То есть вы такие вещи выкидываете, у меня не сходится. А это не выкидывать, выбить и обратно занести. Ну ты могла сказать, когда я буду вот это делать. Под ноги-то можно глянуть, что там топор лежит, а куда ж ты прешь-то? Ну такой он нашелся, вот сейчас говорю, кто Павел, брал топор, ну куда положил, не знаю. Кто колет, у тех колдуны. Называется это техника безопасности. На стройке специальный инженер по этой технике. Я-то отвечаю за тебя, я вот так. Я тоже так кладу, у меня ноги когда опухают. Так вот лежи здесь. Только тебе надо устроить не так, а вот так положить. И сверху подушку, чтобы ноги было вытащило. Вот так. Вот. Вот этого достаточно. Как я был у Ирины, она очень довольна, что ты была. Я говорю, ты все придет еще и за молоко не возьму с тебя. Так что лично не три, а просто для себя вывод сделай. У меня там специальная заначка была, три халата белые вычищаю. Сейчас пришел, нету. Понимаешь, как это? Я у Володи спросила, можно? Одного человека вашего здесь вижу, по улице катит. Куда пошла? Дышать воздухом. Не во дворе, а на улице дышать воздухом. Вы что творите? Я только остановил человека, послал. И обратно один. Надежда Васильевна. Я говорю, двое идут, пристань к ним. Прихожу опять одна. Потом послала ее к колодцу. Выключить электричество и выдернуть шланг. Когда они стоят и не знают, что делать. Пошел разбираться к Надежде Васильевне. А то что, сплошь бесноватая баба или что? Она никогда не видела, не знает. Она не поняла, что это колодец даже. О ком я говорю-то, слышите? Выздоравливай.